А, ты куда побежал? Я псих! Я псих! Ты чё, дурак? Давай, давай! Смотри, он, отвечай, он не дойдет. Он просто, вот на этой лавочке он умрет. Он найдет свою смерть. Я сказал просто все, вообще. Я просто, понимаешь, я настолько, сука, снайпер просто. Снайпер Канина. Просто изи вообще. Айоу, братишки, чё, кого? Хтыщ, всем здорово, чуваки. Чё? С вами Варпач, Алекспорт и Фреша. И сегодня мы играем в GTA 5 онлайн. У кого-то проблемы, да. Ребята, у нас новенький режим. Называется Donkey Kong. Когда я буду играть за противоположную команду, вы поймете, почему так называется. Но здесь чем необычен этот режим? Здесь нужно стрелять. Мы обычно стреляем по объектам, да, чтобы они падали на персонажиков. А тут надо стрелять по людям. То есть по мне коняшки и по Алексу Фоксу будут стрелять. Так, вот здесь можно. Вот здесь можно жестко попасть. Так, беги. Вы просто посмотрите, какой здесь экшон. Тихо. Давай. Чтобы по тебе стреляли по кустам, по кустам. Я тебе говорю, там вообще стрельба бешеная. Эй, вау! Попали. Еще попали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пацаны, ну что? О! Сука, вот это ты прям вынес красиво. Ну жди возраточку, жди. За мое приветствие. Тебе сейчас будет возраточка, братан. Причем красивая такая прям. Вот, посмотрите, внизу написано Donkey Kong, команда уцелевших. Так, мы сейчас берем снайперскую винтовку, и вы думаете, попасть по людям здесь легко? Ай, да нет, нифига не легко. Обычно мы стреляем вот по таким предметам, они падают, и мы можем убивать. А тут надо стрелять по мальчикам-зайчикам. Стоять! Вот, по женщине попали. Оп. Да, я два раза по кому-то попал. Бегая. Тайминги. Подожди, ты самый первый, да, бежишь? Ну смотри. Да. Во. Ну не перезаряжайся ты. Ай, Ты куда побежал, братан? У нас Фреш самостоятельный мальчик. Слушай, он может все сам. Я стреляю, почему? Я понял. Так, сейчас, пацаны, будет ад. У нас спереди, пацаны, вообще так. ПНВ. Давай, стой, не стреляй по бочкам, не стреляй. Пока не стреляю. Отлично. Все, пацанчик упал по красоте. Я не знаю, вторую я не трогал. Я. Так, ну, я хотя бы выследил. Знаешь, у меня почему-то не получается стрелять, потому что я сижу, наверное, неудобно. А, мы победили! Вообще просто изи каточка. Руку в жопу, руки в ноги, побежали. Руки в жопу, да. Занимаемся немножечко фистингом. Так, Санёчек. Ты знаешь, что по мне многие целятся будут? Они же захотят посмотреть в серии. Ой, нет. Фреш, отстаньте, пожалуйста, от меня. Не надо по мне стрелять. Прекратите. У меня голова лошади, блин, сука, в пол экрана. Мне кажется, в неё попадает. Да, кстати. Разбуди меня в 4:20 просто. Да. Саня улетел. Эть. Вот. Видал, как я просто проскочил, а не ожидал. Ребят, да давай! Я сейчас вылечу. Походу. Нет, не вылетай, не вылетай. Да, Саня, да. Алекс Фокс вышел. Фреш, пригласи, пожалуйста, его. Пригласи, на следующем раунде будет Саня. Ты хочешь, чтобы я тебя не убил, что ли? Вот это сейчас было дерзко. Приглашай. Тихо, пацаны. У Кирилла есть момент, чтобы прибежать, потому что я в него пока не стреляю. Так, подожди. Смотри, я нажал Ctrl. Вау! Они сквозь сети пытаются стрельнуть? Вы чё там? Так я тебя вижу сквозь эту. Пошла жара, поехала! Отлично. Не успели, пацаны, не успели. Да, Эть! Шпили-вили, варпач в силе. Вообще, ребят, так далеко забрался, так далеко. Donkey Kong, я обожаю тебя. Да ненадолго. Ой, зачем я остановился, глупый я дурак. Ай-я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 й
Да, конечно, он не бежал, понимаешь, он просто начал идти пешком, гребаная канина, сука. Ни шагу назад, просто бежим вперед и не останавливаемся. Я так понял, быть где-то в серединке очень классное занятие. Такая. Нет! Ай-яй-яй! Ой, хорошо! Мне так прям мимо ляшечки пролетело. Мне кажется, я знаю, кто по мне стреляет. Нахерал наверх залез. Пацаны, там у нас чувак наверх залез. Тихо-тихо, ребята. Очень-очень близко. Сай, давай, здесь не упади сейчас. Не упади, не упади, не упади. Просто бежим, просто бежим, просто бежим. Саня, Саня, не останавливайся, пожалуйста, Саня, не останавливайся! Да ёпта, мне перезарядка. Отлично. Да, блин. Красавчик. Ой-ой-ой-ой, сука, ой, не в голову попал кому-то. Мне попал. Кирюха в головочку попал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Два Кирилла, это сила. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну это кобыла бегает. Ай. Тыг-дым, 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 тыг-дым. Минус один за тебя. Ну все, Кирилл, ты один. Я один? Да. Ой, спасибо. Сейчас будет. Спасибо. Сейчас будет бум-бум. Я тебя бум-бум-бум. Ты меня бум-бум-бум. Нет, я не хочу. Бум. Эй! Стреляйте там. Все, беги, Варфач, беги. Куда беги-то? Подожди, она горит там. Эй! Давай! Давай, конечно. Такие пули прям близко. Подожди, ты уверен, что там в конце ничего не было? Ты прям уверен, что ты не смог забраться, да, там? Да. Давай, упади, как я, пожалуйста. Я хочу посмотреть, что там. Оп. Да, блин. Мы что, тебя ждать, что ли, должны? Подожди, мне интересно. Я попытаюсь обойти, так как я остался один. Абсолютно один-одинёшенько. Мне некуда торопиться. Мне некуда торопиться, и я могу попробовать забраться туда наверх. Да там наверху ловушка. А ты как не слежишь, тебе надо будет умирать. Изи на браун. Давай, лезь. Мне кажется, ты байтишь. Давай, я попробую. Так, Варфач, ну попробуй. Смотри, ну прям вообще нормально лезется. Я надеюсь, в конце не будет никакого бага, и ты меня обманываешь, Фрэш. Конечно, я тебя обманываю, да? Ты меня обманываешь. Да, конечно, друг Петрова будет обманывать. Так, подожди. По-моему, тут не хватает какой-то... Хотя, подожди, а ты пробовал запрыгивать туда наверх? Ну, попробуй. Пацаны, рискую ради вас. Сука, попробуй, попади. Я почему-то не удивлен. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. И я упал и разбился. Ну, больше я туда не полезу. It's fantastic. You can grish my hair. I baby everywhere. Imagination. Life is your creation. Кто вспомнил, тот лайфстайл. Life my baby. Блин, я не знаю. Go подписку на канал. И песосик вырастет. Ну, не попадите по мне. Я первым не побегу. Я не дурак. Пацаны, давайте. У меня челлендж. Мне надо Алекса Фокса убить. Саня, давай. Не надо Алекса Фокса. Пацаны, пробегай. Проходи. Хороший пробег. Давай, пробегай, дети. Братан. Беги вперёд. Туда, братан, туда. Че вы ты воду туда. Да, короче, ты туда. Какие-то они жесткие, не прошивают. Так. Смотри, Херакс, пока не отвлеклись на Алекса Фокса, можно попробовать. Мне кажется, они. Да ёпта. Ой, нормально, по мне не попали. Так, подожди, страшно. Так, я знаю, что центральная. Вот это, сука, было больно. Немножечко фейк. Вот это было больно. Я не буду обидеть. Так, смотри, херакс. Прям по конопле попали. Вообще. Так. Ой, Санечек. Маньячочек. Да. Стоим. Слушай, мы уже втроем до сюда добрались, уже хорошо. А, ты куда побежал? Я псих. Ты че, дурак? Саня, молодец. Ну, Кирюха, давай. Ты что сделал? Это было. Ты че жизнь себе восстановил, слышь? А чё, слышишь? Я Алекса Фокса разнёс. Я должен это, без ХПшечки бегать? Это Фрэш меня убил вообще-то. Так, пацаны, ой, опа, пацаны. Ну, братан, ты сейчас да, умрёшь. Да, пацаны, она опять анимация лагает, тут не я, вообще ни при чём. Ай-яй-яй, братанчик. Сейчас будет бум. Будет бум, гада-гада-бам-бара-бум-бам-бара-бам-бара-бум-бам-бара-бам-бара-бум. К нам не катись, к нам не катись, туда давай вниз катись. Давай, Кирюха, надо вынести. Ой, она нифига, она подожгла дерево, прикинь. Кирюх, давай, беги.
Да блин, это Никита. Сука, опять точно на том же месте, сука, да я тебя там. Я тебя отомщу, фреш. Я просто вообще в головях мне попал. Я тебя там, я тебе говорю. Фреш, ты моя цель. И я должен убить тебя. This is fresh. Я ныкаю за телочкой. Так, блин, слушай, я по тебе попал вообще красиво. Ныкайся. Ныкайся за телочками, ныкайся. Я тайминги высчитаю, понимаешь? Я по тебе попаду в любом случае. Ты даже до первой аптечки не добежишь, я тебе говорю. Тайминги считаешь? Да, тайминги вообще везде считаются. Смотри, я же сказал, ты не добежишь до первой аптечки. Меня Крэзи убил, не ты. Я по тебе попал красиво. И вторую убил, смотри. И третьего сейчас добью. Смотри, сейчас минус будет, просто минус. Смотри, он, отвечаю, он не дойдет. Он просто, вот на этой лавочке он умрет, он найдет свою смерть. Так у него лоу хп. Я сказал просто все, вообще. Я просто, понимаешь, я настолько, сука, снайпер просто. Снайпер конина. Просто изи вообще, просто изи зарешали. О, Петровых на чистоту. Теперь я и Фреш вместе. И это значит, что нас ждет просто удача. Просто лаки менцы. Наконец-то тебя не убьют. Да, наконец-то меня, надеюсь, не убьют. Ты прям бежишь так рядом-рядом. Я тебя прикрываю. Вау, как ты меня прикрываешь? У меня уж пол хп нету. Так, тихо. Я надеюсь, все-таки удача с нами. Ай, я сейчас сдохну. Да не стой ты на месте, дура тупая. Давай, беги. Нормально, ты пропускаешь, братан. Спасибо. Я тебя прикрыл. Твое тело спасло. Ты попал, но хп не отнялось, прикинь. Я по пятому. Он попал, прям четко попал, но хп не отнялось. Я прям видел. Так, ждем. Так, я понял, надо змейкой, надо змейкой. Так. Я побежал. Отлично. Да, с правой стороны, потому что они туда попасть не могут, и вероятность, что повернется эта штука. Все, просто ран. Главное, не останавливайся. Это ты попал. Ай-яй-яй. Сука. Я впервые добежал до сюда. Офигеть. А что здесь делать, пацаны? А, я понял, шарики катаются. Сижу на зоне, шарики катаю, я тебе, любимая, вспоминаю. Тихо, я между шариков бегу, тихо, назад. Ой, чувак прибежал, красавчик. Ой, я сейчас вот сейчас я адреналинчику прям хапнул. А что летает там? Мошка какая-то. Главное не упасть. Там ты мошка. Так, чувак, от души, братишка, все, побежали. Ой, вот мне бы хпшечку, а можно, давай, тут можно хп восстановить, или... подожди, предметы, еда, о, пацаны, я, короче, ща это, я еды поем. Продолжаем. Нет, знаешь, тебе надо, знаешь, что тебе надо прислониться к стене, и он моментально будет жрать. Я и так моментально ем, все, я фул хп восстановил, отлично, пацаны, маленький лайфхак вам. У тебя? Ты броник можешь одеть, слышишь? Да, броник могу одеть, подожди, в предметах, бронежилет. Отлично. О, сверхтяжелый, отлично, пацаны, все, ну все. Я, походу, прошел. Я так выигрывал. Походу... Ну, я понял. Я понял, как ты выигрывал. Так, тихо. А тут пацан все это... Все сбили вы ему, да, уже? И бум. Так, ап. Стоять, сука. Да, попробуй попади. Вау, вот сейчас броник снесли. Вау. Остановись, похавай. Тихо. Я вижу пяточку варпача. Да, пошел нафиг пяточка варпача. Да ты не убьешь его. Тихо. Пятку не убьет, давай. Точно не убьет? Да, прислоняйся. Просто знаешь, сейчас будет я еду доем, и мне просто хедшот прилетит. Вот смотри, четко стреляет прямо через дерево. Так, там видно, если отдаляешь камеру через... Да, я знаю. Бронежилет сверхтяжелый, и все, так, ну что, побежали. Блин, у тебя жизни не помню, ну ладно, давай, ни пух, ни пера. Ой, хорошо. Ой, хорошо, нет, нехорошо. Ой, куда ты побежал? Ты чё? Я Кью нечаянно нажал. Выходи давай. Куда выходи? Ой, смотри, он типа нет, такой не будет хавать. Эй, он попал по мне. Прикинь, попал. Вообще. А как тут пройти, подожди.
тут. Что так залагало-то, пацаны? Вы там аккуратнее стреляйте, пожалуйста, по мне. Так, 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 так. Куда? Я аккуратненько, Кирюша, ювелир, идет. Так, тихо, тихо, как ты? Куда ты там стреляешь? Ты по пяточкам-то по моим не надо стрелять? Давай, сползай. Санечек, по пяточкам не надо. Пяточки — это святое вообще-то. Ахиллесова пята, слышал историю такую мифическую? Вот я святой, а в комбинезоне? Я святой Ахиллесов пит. Я не знаю, как это назвать. Кирилл, так, пацаны, жарко, главное не упасть. Мне жарко, нормально. Для Калифорнии самое оно вообще. Для Калифорнии в маске, в комбинезоне, в конверсах вообще нормально. Главное, знаешь, вот в какой-то момент не дергануть мышкой, чтобы не упасть. Да, кстати. Так, подожди. Да, иди-то уже. А иди-то еще нормально, слушай. Такой идет аккуратненько. Как ты вообще видишь, где я иду? Я просто догаляешь, там видно все, да. Сука. Я это понял. ВХ, бесплатная ВХ. ВХ, бесплатная ВХ в GTA. Отдаляете камеру, и все видно. Так. Ты ребят, я дошел. Санечек. Минус Санечек. Просто минус Санек. На какой платформе? На какой ты платформе, ну-ка? Не скажу, но я сейчас тебя вынесу. Да, не надо меня выносить, подожди. Он так, какой-то тихо, вот этих, где посередине там две. Подожди, подожди. А как, подожди? А, вон он, я его вижу. Все, красавчик. Так, все, подожди. Фига, он тебе вход по чипу побыл. А, я! Красавчик. Просто вот это я называю фантастическая концовочка. Просто волшебная. Ух, это было клево, ребята. Ну что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами были Варпач, Алекс Фокс и, конечно же, Фрэш. Не забудьте подписываться на каналчики. Все нужные для вас ссылочки находятся в описании. И всем удачки, и всем покусики. Пока-пока, ребята. Чао, ребятарчи. Чао, ребятарчи.